Привет-привет, мои красотки! С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет тест-драйв из каталога Oriflame номер 10. У нас на последней страничке каталога, на обложке, представлена тональная основа, ультрастойкая, для всех типов кожи. Мне много задают вопросов, что за тон, хороший, нехороший, как он ложится и так далее. Ну, я могу сразу сказать, что мне тон понравился, и при цене 249 рублей в каталоге, то есть со скидкой это еще дешевле, конечно же, очень заманчивое предложение. Будем тестить сегодня вот такой оттенок, 311-61, цвет называется 61-й, прозрачный бежевый. Я сейчас не загорелое лицо, слегка только меня загар тронул, поэтому то, что мне прям нужно, чтобы лицо не выделялось таким темным-темным цветом. Что мне нравится? Тон с дозатором. Серия The One, да, напоминаю, что это серия The One. Я обожаю с дозатором вообще, в принципе, все продукты. Сейчас сделала два всего нажима, хотела сказать два лайка, и буду пушистой кистью наносить тон на лицо. Набиваю в кисть немножко тона и так начинаю снизу вверх. Аккуратненько. Все делаем по массажным линиям. Смотрите, чтобы тон не ложился кусками или пятнами, нужно его наносить сразу. То есть не раскидывать по лицу тон по чуть-чуть, а именно сразу наносить, чтобы его легко было растянуть. То есть сделать такую легкую красивую растяжку. Вот, я на одной половинке сделаю. Не хватило мне тона, кисточка чистая, и сразу в себя забрала немножко тона. Добавила еще каплю и буду продолжать. Сделаю половинку, чтобы можно было сравнить разницу. Мне, в принципе, нравится, когда макияж на одной половине делаешь, и потом смотришь до и после. Недавно у меня получилось случайно две фотографии сделать. Одна была, когда я наносила уход за кожей, то сделала уход, записывала сторизы. И нечаянно вместо кнопки видео нажала кнопку фото. А потом делала уже сториз с полным макияжем. И получилось, что все в один день, буквально с интервалом 15 минут. И какая разница? То есть я просто увидела свое лицо, просто очищенное с уходом, да, увлажненное, напитанное. И с легким-легким макияжем. То есть вот у меня вот реально был один тон. Вот этот слой, как раз я попробовала первый раз эту тональную основу, чтобы походить с ней, потестить. Я увидела, насколько моложе выглядит лицо. Вот разница где-то лет 10 сразу. Просто оно все какое-то гладкое, сияющее. Абсолютно другое восприятие лица. Поэтому, если вы не любите макияж, например, вам некогда, вы устаете, или вам как бы, ну, вообще не нравится макияж, хотя бы тон делайте, просто лицо сразу преображается. Тон, немножко румяна, пудра. Так, ну вот достаточно, я думаю, такого вот слоя. Можно два слоя даже вот так вот сделать, где особая вот... У меня немножко пигментация, неровности здесь есть. Я прохожу второй слой сразу. Все, вот смотрите разница. Естественно, я вот тут еще корректором добавлю немножко, чтобы убрать синеву. Личико сразу чистенькое, ровненькое. Что мне понравилось? Я уже с этой основой хожу дня 3, тестирую. То есть я смотрю, с утра делаю макияж, и в течение дня наблюдаю, идеально лежит тон. У меня, конечно, кожа не жирная, но у нас такая жара стоит, просто за 30. Макияж не плывет, его не нужно подправлять. Я даже не добавляю пудру в течение дня, все идеально. Поэтому я тонна в восторге и вам рекомендую воспользоваться акцией каталога, всего 249 рублей. А если у вас нет дисконта, скидки от 20 до 80%, напишите мне или заполните заявку прямо под видео, я вам помогу оформить дисконт. И тогда вся продукция вам будет доставаться еще выгоднее, еще дешевле. Вот, все, потестила, буду делать уже полный макияж. А с вами прощаюсь, желаю вам красоты, ухоженности, радости и позитива. Замечено, что когда женщина нравится сама себе, она нравится и окружающим. Поэтому любите себя и не щадите, не экономьте времени и денег, кстати, на средства
и на то, чтобы сделать себя немножечко красивее. До новых встреч, пока-пока! GoPro, стоп-видео!